Это лосось! Это форель, ребята! Подсак, подсак! Опа, есть, 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 есть! О, это хорошая рыба! Давай, давай! Оксо, липфиск? Липфиск. О, оксо, губан, лип, губы, лип. Губы, лип. Покажите, пожалуйста. О, там тоже зачет. Привет, друзья! Сегодня нестандартный выпуск. Сегодня у нас тур с нашей группой. Одногруппников, земляков, с которыми мы приехали к преподавателю, которого зовут Това. Есть традиция в Норвегии приглашать в гости. И вот мы всей толпой приехали, и здесь есть офигенный пласт для рыбалки. Вот тут мелячок, дальше глубина. Мы взяли удочки, и будет такая нестандартная программа. Поэтому вы там чайку заварите, усаживайтесь поудобнее. Думаю, будет приятно и интересно. Приятного просмотра. Будет шумно, но весело. Потрясающая погода. Плюс 12 тепла, ветра сегодня почти нет. Здесь вот такой пласт, я живу за той горой, вот туда вот. Здесь классно, что глубина переходит в мелячок. Будем ловить сегодня на тасманского дьявола, на другие наживки. Буду девчатам показывать технологию рыбалки. Некоторые из них всего несколько раз были на рыбалке. Поэтому для новичков тоже будет очень полезная информация. Так что ловчишку сразу и смотрим. Девчатам распаковываю travel spinning. Идеально, ребят. Кто недавно приехал и часто перемещается, вот рекомендую этот спиннинг. Стоит недорого, в Билтеме до 240 раскладывается, выполняет свои условия. Единственное, рекомендую катушечку сразу менять. Я поставил дамовскую 4000-ную, легенькая, прикольная катушка. Это лосось! Это форель, ребята! Подсак, подсак! Дима, слом... Вау! Ребята, это полторушный лосось! Именно на ту приманку, ребят! Вот она, ребят, то, что я вам говорю. Тасманский дьявол работает. Да. Эрит, что эрит, ребят? Вэлди смакс. Да, конше мэр кило. Вэлди, вэлди. Гратулера, Дмитрий. Ну мне без разницы. Гратулера. Хоть за хвост. Вот, вот таких я позавчера три, ну это, наверное, чуть побольше были, но это за килушно точно. Слушай, глянь, она ее... Да. Держи краба. Гратулера. Вау! Вот моя форель. Вэлди смаки гуд! Наконец-то! Ребят, показываю для начинающих, потому что многие со стороны закидывают спиннинги неправильно. Доводим до флюорокарбона сантиметров 10. Ставьте флюорокарбон до метра, чтобы вам было удобно. Дальше, смотрите, зажимаем пальчиком здесь, прижимаем сюда. Многие делают это через попу, пока еще дужка не открыта. Потом берем, открываем дужку. Все, проверяем, чтобы там не было захлестов. Обычно бывает ситуация такая. Вот, и заброс. Заброс мы держим так. Вы можете медленно отводить, просто вот так вот. Вот так, за попку берем Марию. Мария, уншульмай. И вот так, раз. Заброс. А когда удочка будет где-то 45 градусов, отпускаем пальчик. Сначала они всегда будут получаться, бывает, вы либо вверх стрельнете, либо наоборот, если долго задержал, то он улетит в воду под ноги. То есть где-то под 45 углом. Отпускаем пальчик и начинаем медленно выматывать. Ждем где-то секунд 15-20. Можно тут поменьше, секунд 10. И начинаем вот так вот мотать. Пруга. Вот ученик, теперь ученица. Отлично, довела. Смотри, смотри, доводим сюда, чтобы здесь еще так же. Тебе было удобно максимально близко к, видишь, чтобы была шпуля. Зажимаем, да, зажимаем. Теперь душечку откладываем, да. Проверяем сзади, чтобы не было. Так, так, так. Ясмин, 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 Ясмин. Уншуль. Да. Very good, very good. Гратулера. Ждешь, ждешь пока секунд 5-7. Отлично, она должна чуть-чуть заглубиться. Подсачок рядышком, чтобы если гианты были... Ой, там какая-то рыба прыгнула. Форель здесь есть, поэтому, ребята... Будем пробовать. Форель любит мелководье. Все, я ловлю на тасманского дьявола, который отлично лупит форель. Проверено, ребят. Это уже девятая рыба совместно поймана за три рыбалки. Именно форель. Вон наши, видите, на лодке. Сегодня будет несколько человек кататься на лодочке. Так что будет интересно. А я пока здесь пробую ловить. Единственный минус сейчас, ребят, просто пик отлива. Максимальный пик отлива.
Ну, опять-таки, время осеннее выбираю. Тут владелец Атолла идет. Дмитрий, фиски, но... О, а что там? Маленький шанс. Таранка? А. Дмитрий, фиски, стюрет, я. Я, конечно, это кило, кома, тюхюндре... Я, но... Я. Трофеи погнали. Даш? Это лучше, чем когда вообще ничего не вытягиваешь. Да. Ну, да. Глянь, какая жирная сойдет. А что, отпускай. Сказали, на уху пойдет. А, да? Да. Вот это я вам привез бы, вы бы сказали, побольше. Ну, так... Вы вчера поймали зверя большого. Ну, то мы съедим и сушим. Ну, видите, есть регионы, где рыба плохо клюет, поэтому... Давай, давай. Давай, давай, я рядом. Люрчик лупанул. Дикий шахапанул! Ну пробуй удилищем, я думаю, не сломаешь. Давайте отойдем чуть-чуть. О-о-о! Гратулерер! Ну что, работает тема? Работает. Ну, пока не уйрет. Но тоже уже шик. Но тоже уже шик. Чуть-чуть надо отпустить. Ну ладно, нормально. Справишься, да? Соплю. Вы поняли, тут профессионалы собрались, поэтому эмоции будут максимально. Я эмоционально, могу себе позволить. Класс, класс, класс. Мы, ютуберы, это любим. Больше эмоций. Спасибо. Люр? А, Люркович. Да. Дим, тихонечко отпускай, пока никто не видит. Много народу, мало кислороду, ребят. Поэтому мы сейчас переходим. Есть местечко. Тут больше 20 метров глубины, и в принципе под берегом она тоже может идти поверху, поэтому попробуем ее достать. Кто там? Кто там? Наша поймала. Кого? Наша кто-то. Это сайда. Нет. Сайда. Люр побольше, да, уже? Короче, потихоньку ловим рыбу. Смотрите, какая красота. Мост на Кристиансун. Очень красивое место. Рыбаки пошли на серьезной рыбалке. Та не, я думаю, они у моря пошли. Привет, привет. Щит фиски. Наконец-то я попробую половить. Ты ровно бросаешь, да? Красота, ребят, смотрите, мост. В 92-м году был построен. Соединяет коммуну Емнес и идет на Кристиансун. Была поклевка? Да. Толще. Ударчик был маленький. Да, форель пасется, здесь глубина до 40 метров за этими скалами, а форели нужно мелководье. Форель, значит, жрет сейчас активно рыбу, которая называется песчанка. Это такая длинная серебристая рыбка. И она в траве, ребят, поэтому старайтесь находить пляжные места. Сглазили тебя, да? Нет. Нет? Руки устали. У тебя защита? Да. Вон девушка Настя, смотрите, в каком красивом живописном месте ловит. Она прям здесь рядышком живет. Смотрите, какая красота. Отвесная скала. Под скалой, я думаю, глубина 40 метров, потому что обычно море повторяет пейзаж. Здесь могут такие... Выход, да? Да. Хороший выход, и ребят. Два штуки, наверное, сразу. Хороший выход. Вот это может быть форель. Давайте попробуем. Выходят один, второй, третий. Смотри. Штуки, да, да. О, глянь, дых. У меня первая рыба, ребята, и она очень активная. Она очень активная, ребята. Возможно, это наш экземпляр. Так. Чуть-чуть загрузил. Смотри, что творит. Не, ты прикинь, так кто такой? Так это петушара. Как ты на такой глубине это сделал? Еще и на мою приманку. Да, как ты так? Смотрите, какой петушарка. Вообще бомба. Называется морской кот, ребят. Очень красивая рыба. По лету его очень много. Колючий. Уколы этой рыбы не очень приятны. Он, видите, он, я смотрел видео, он ходит по дну. Вы представляете? То есть, видите, весь в шпичаках. Красивый. Он своими вот этими лапками. Вот видите, вот эти лапки. Они у него служат как ножками. И он может резко скакивать со дна. И атаковать свою наживку. Блин, как бы тебя взять, чтобы не уколоться, потому что это неприятно. Ну, дружочек, зараза такая. Положу тебя.
Лера, морской петух интересует? Конечно. Все. Они с него любят этот самый. Лера говорит, с него брать его можно, ребята. Сейчас покажу. Вот, смотрите, какая рыба. Я его прикрыл, а вообще, видите, какие клыки у него. Ну, не клыки, а такие очень острые. Все острое. То есть, вот этот шип, видите, очень болючий. То есть, он, если пробить руку, будет очень неприятно. Все, он идет на уху, ребятам надо. Так, Дима зацепил рыбу. Зачет? Зачет, слушай. Зачет. Ушло? Ай-яй-яй-яй-яй. По ощущениям, она, не она? А, люро, куча люро он атакует, ребят. Куча люра возле травы стоит. Ну и меняла периодически, а я только на это. Где-то секунд 10-15 жду. И сейчас ударчик, сход был. Опа, есть, 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 есть. О, это хорошая рыба. Это хорошая. Так. Так, 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 так. Ну, наверное, не... И у тебя? Ха. Так, кто ты? Ой-о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 й. Траву пошел, а как же эти зараза? Это люр, ну как хорошая, докелушный? Ну люр, да, и у тебя? Сошел? И что мне с ним делать? Блин, столько работы теперь. Ребята, видите, сколько мне придется сейчас его доставать. А удочка у меня сейчас легенькая, шнур порежет руки только так. Не, я думаю, сейчас достану. Такой вот люркевский. Люркевский, опа. В дома, ребята. Ну такой. Такой неинтересный экземпляр. Но сегодня ребята он берут. Сегодня у нас много ребят, у которых с рыбалкой не очень. Поэтому кто-то возьмет. Так. Люркевич. Ну. Маленький. Маленький. Да забирай его ребятам уже. Люро брать можно сайду. Люра брать, ребят, любого размера. Опасный трюк. Ну тест удилища позволяет. Там полукилушный. Я... Лосося на этот... Каратулера. 100-килограммового доставал. Так вот так вот, да? Доверяю. Класс, класс. Это у тебя что? Что за удилище? Давай покажем. Кинетик. Смотрите, это в сборе шло, да? 12, да, 12-40 грамм. Вот. Кстати, у меня кинетик Бистер Форбот. Точно такой же, вот как этой же марки, только для бота 100-400. Вот, видите, такая снасть, это Sport Outlet. Вон. Что за рыба? Ален, что за рыба? Говорят, люр, ребят. Гратулеры! Возвращаемся на старые позиции, ребят. Попробуем сейчас с той стороны мелководья. Несу вот такого жупанчика. Народ еще ловит. Вот так вот у нас тут движ. А тут движ идет. Дядь Сереж, сайда, да? Класс. И Саня... Все, чекай. Распечатался. Супер. Гратулеры. Короче, все с рыбой сегодня. Почти что. Да, вот победительница. Алена, ты поймала люра, да, крупного? Да. Класс. Да она тут вообще... И два кальмара сошло, представляете, ребят? Кальмара расстроилась, лучше бы я его не ловила. Да, ну теперь Диму надо это самое, сюда привозить на кальмара. Огромный, блин, розовый. Офигеть. Франц, он на кукан садит рыбу, смотрите. Да такую, да, под треху. Я. Васки бот, я? Да, нормалечек такой. Вимет Франц, еще этот бот. Попробуем сейчас припарковать, во-первых, бот, во-вторых, попробуем половить вдоль берега, чуть-чуть, ребятушки. Так, дядь Серега. Дядь Сереж, нормально? Нормально. Сейчас рыбу тащит. Глянь, фиск, 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 Сергей и фиски. А, я... О, гратулеры. Ну, икестурь, мен интересант. А, пришла минт, это по норвежски норка, уже пришла за рыбой, ребятушки. Small mink. Small mink. Nerds. Nerds. Nerds, mink. Да. Окей. Так, ну что, пробуем. Пробуем. So, with you. Я? Yes, это her. Да, окей, окей, окей. So, for du kan fiske, hvis du snu og bak, da kan du fiske alle sider. Og jeg Руды сакте. Окей, окей, фошто, фошто. Скин. А, губан. Это губан. Губар? Я губан. Вау! Стой! Хо-хо-хо, ребята. Губан. Стой, губан. Финфиск. Финфиск, я.
Det tilbake. Ja, губан. Губан. Окей. По украински. Лип, лип. Липфиск. Липфиск, я. Оксо, липфиск? Липфиск. О, оксо, губан, лип. Губы, лип. Губы, лип. Я, губы, лип, губан, лип, липфиск, я. Липфиск. Я, смотрите, какой. Софи. Я. Фото? Да. Или, конечно, я и лага видео. Понял? Я и лага видео, я. Я. Опа! Ну, губа. Губа. Литл, лир. Окей. Я. Опа. Литл. Оу! Тельбака, я... Тельбака? Да, я тельбака. Я и харми, и фиски, манги фиски не ем. Манга. Что, облавлим, ребята, мелководье. Сейчас зашли в такой заводок. Приливчик уже начинается, поэтому, в принципе, время перспективное. Но у нас немного этого времени. Поэтому вот уже... Опа, поклевка есть. Я, сейчас. Я. Гуд. Ну... Еще фиск. Валишь тут, а? Да. Свеча, лис. Вау, ребята. Сошла только что большая форель. Форель, я. Да, это сегодняшнее путешествие, ребят. Это одна из частей обучения в Норвегии. Когда... Ой, тетю Бозечка, я вас что напугал? Боже, простите. Две понюшки побежали. Это часть обучения, и она уже заканчивается, у нас до двух учеба. И это как бы посвящение в норвежскую культуру, поэтому преподаватели периодически приглашают себя домой. Так вот, рыбалка подходит к концу, сейчас иду к ребятам посмотреть, что они там наловили. Но у нас что, был губан, такой грамм 800 с лодки, была маленькая сайда, и это была форель морская, где-то килограмма на 2, сделала свечу, разогнула мне крючок, я потом уже увидел. Здесь крючки такие, до, на кило, на полтора. Вот, и сейчас узнаем, что поймали ребята. Ну что, друзья, чем похвастать? О, Саня рыбу тащит. Сразу же, да? Не форель. Петуша. Люрчик. Вы сегодня наколбасили нормалек, да? Да? А где рыбка показать? У тебя Сережа, да? Сережа. О, ну, слушай, она уже прям можно посолить и с таранка будет. Видите, ребятушки, люрчик под 3, ну 2,5 точно. Когда был мокрый 3, а сейчас подсох уже 2,5. Ну, высох уже. Да. Шо, сейчас посмотрим, что там дядь Сережа поймал. Ну, а ведро с рыбой женщины забрали уже, да? Ну да. Ага, то есть это еще не вся рыба, да, за сегодня? Это то, что я поймал. Это то, что вы поймали. Покажите, пожалуйста. О, там тоже зачет. Ребят, ну вот вам сезон, видите, тоже за двушку явно люр, да? Да. И несколько таких. И таких середнячков. Ну вот, вот такая она рыбалочка. Ну что, ребятушки, на этом рыбалочка наша подходит к концу. Хотя нам уже сказали идти пить кофе, но, ребята, видите, украинцев не остановить. Украинцы продолжают рыбачить, больше ничего не надо. Дай удочку и все. Хотя нас там уже зовут на кофе. Вам там ни хвоста, ни чешуи, счастья, здоровья, мирного неба. Оставайтесь на связи, подписывайтесь на канал и до новых выпусков. Пока-пока.